Местом проведения схода Видновское станичное казачье общество выбрало поле у фермы «Казачий дозор». И это не случайно. В горкинских местах 200 лет назад происходили исторические события. Именно здесь были проложены маршруты знаменитого обходного марша-маневра Михаила Кутузова, когда в 1812 году армия Наполеона подходила к Москве. Это место выбрано промыслом Божьим. Отсюда начался обходной маневр. Собрались и казаки, и войска, и начали выталкивать к Тарутино, к Малоярославцу. На общий сход казаков Московской области прибыли представители хуторских общин Ступино, Серпухово, Мытищи и других городов Подмосковья. По традиции, перед началом праздника священники Видновского благочиния отслужили молебен. Протоиерей Николай Берсенев подарил казачьему обществу икону Спасителя, доставленную из Спасо-Елизаровского монастыря, тем самым благословляя казаков на дальнейшие благие дела, коих сделано уже немало. Современной молодежи не хватает вот этих традиций, не хватает уважения к своим предкам. Многие даже не знают, кто были их деды и прадеды уж тем более. А здесь мы как раз воспитываем в нужном патриотическом духе молодежь. Я думаю, что как раз вот эти молодые казаки, которые сегодня здесь, я думаю, человек 50-х точно присутствуют. Вот это и есть наша заслуга. Пришедшие на праздник и взрослые дети с большим интересом смотрели выступление фольклорного ансамбля «Родничок» совхоза имени Ленина. Его руководитель Елена Стрельникова – потомственная казачка. И она знает душу казачьей песни, которая бывает и веселой, и грустной. Казаки говорят, если любят, то любят до смерти. Если ненавидят, ненавидят тоже до смерти. То есть душа, она и есть душа, она у каждого человека душа. Но просто у казака она более чувствительна. Почему? Потому что близок час смерти. Он уходил на войну. И он не знал, вернется он или нет. Очень красочно на белом снегу смотрелись представители военно-исторических клубов, демонстрируя не только одежду и амуницию кавалеристов разных эпох, но и выполнение необходимых боевых команд и действий. Нам все это очень нравится. Русские традиции. Нам очень нравится. Детям весело. Определенное единение, я так думаю. Сейчас в нашей жизни не так много каких-то объединительных праздников, чтобы люди вот так вместе собирались с какой-то историей, тем более такой длительной. Народу на празднике было действительно много. Видновские казаки позаботились, чтобы всем пришедшим было тепло, организовав кашу и чай. А на свежем воздухе это очень здорово. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.